Российская империя. Время правления императрицы Екатерины Алексеевны. 1726 год. Монета «Гривенник». Среди коллекционеров эта пробная медная монета получила название меньшиков «Гривенник». В период правления Екатерины I почти вся власть в стране была сосредоточена в руках князя Меньшикова, который провел несколько реформ. Одним из способов снижения расходов серебра была попытка наладить выпуск медных 10-копеечных монет, вес которых должен был равняться весу пятаков. Попытка не увенчалась успехом, но пробные экземпляры стали сильно востребованы у нумизматов. Было отмечено в 1904 году, что известны три экземпляра таких монет. В императорском Эрмитаже, в коллекции Зубова и у графа Толстого. Монета номиналом 10 копеек 1726 года Московского монетного двора имеет две разновидности. Пробные, оригинальный выпуск, и новодел, официальный новодел дореволюционного времени. Давайте разбираться в этих разновидностях. Оригинал. Медь, диаметр 31 мм, вес 20-48 грамм. На гурте надпись «Российский гривенник, Московский двор». Новодел же отличался от оригинала. Вес 44,11 грамм, то есть в два раза тяжелее. И надпись на гурте «Московский монетный двор». Уже по этим параметрам мы уже можем определить пробный вариант от новодела. Но давайте пойдем дальше. На аверсе монеты изображен необычный вензель Екатерины I, представляющий собой объединенные вензеля Е – Екатерина и И – императрица, повторенные в зеркальном отображении. Посередине вензель дополнен греческой буквой гамма, и бытует мнение, что это неспроста, явно читается буковка М. Меньшиков. Ну да ладно, поехали дальше. Наверху императорская корона. Куда без нее? На аверсе изображен герб Российской империи первой четверти 18 века. На гербе двуглавый орел с поднятыми вверх крыльями, коронованный двумя имперскими коронами. Выше находится также корона, но большего размера. Правой лапой орел держит скипетр, левой державу. Напротив каждой головы орла имеется звездочка. Внизу вдоль канты указан год чеканки – 1726 год. По бокам полукругом расположен номинал, разделенный на две части – гривенник. Различие оригинала от новодела можно также отличить и по рисунку на реверсе. Точки расположены ровно, в одну линию. А у новодела эти же точки расположены неровно. У оригинала лапы с державой подняты высоко, а у новодела обе лапы расположены одинаково. Расстояние между звездочками и надписью большое, а у пробного экземпляра куда меньше. Ну и давайте посмотрим, сколько стоит такая монета. Начнем с новодела. Новодельные монеты иногда появляются на аукционах, и стоимость внушительная. Впервые подобная монета продавалась на аукционе в 1910 году, и спустя 100 лет снова появилась в 1993 под номером лота 1159 и продана за $2750. Последний раз подобный новодел засветился в 2000 году и продан за $6440. Но это только новодел, а пробных экземпляров тишина. Стоимость пробного оригинала тяжело, но оценивают оригинал в 4 миллиона рублей. Так изначально было сказано, что известно всего 3 экземпляра. На московском рынке можно было купить продукты по таким ценам. За десяток отборных яиц просили 3 копейки. 3,5 копейки стоил в среднем килограмм свинины. За гривенник можно было купить фунт риса или 5 чарок доброго вина в местной корчме. Пара небольших цыплят обошлась бы в то время в 6 копеек. Курица в 7. А за гуся просили в среднем 15 копеек. Из одежды на рынке можно было приобрести пару сапог за 30 копеек, суконный камзол за 2 рубля, а за 3,5 рубля можно было купить добротную шубу. Правда, как и в нынешнее время, позволить купить себе или родным шубу мог не каждый. К
примеру, жалование монетного мастера на Екатеринбургском монетном дворе составляло всего 20 рублей в год, чуть больше 1,5 рубля в месяц. Армейский прапорщик получал больше. В среднем его жалование составляло 50 рублей в год. Исходя из этого, следует помнить, что ценность монеты – ее история.